поднимемся и будем идти в присутствие того, кто творит чудеса. Аминь. Все в нем, через него. Это его слава, это его присутствие, которое изменяет нас. Господь, мы так сильно нуждаемся в этой встрече с тобой. Ты приходишь особенным образом, когда твой народ собирается. Мы здесь, на этом месте. Мы открываем свои сердца. Мы хотим поклониться тебе, превознести Господа всех богов. Бога, который над всем велик. Велик Господь. Кто подобен тебе, Иисус? Посети свой народ. Ты обещал быть среди нас. Поклоняемся тебе, возносим тебе славу. Возносим тебе наши голоса. Кто как ты, Господь? Кто сравнится? Ты, Бог среди богов.
в Тебе. Мы верим в Твое присутствие. Верим в открытые небеса. Дух Святой, прикоснись сегодня к каждому. Исцели, освободи, благослови. От Духа Твоего распадется всякое ярмо. Ярмо тяготившее, ярмо болезни, ярмо проклятия. Сила помазания Твоего, Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе. Мы верим в силу Твою, благодать Твою, исцеляющую, благословляющую. Нет другого, как Ты. Иисус, мы любим Тебя. Иисус, мы поклоняемся Тебе. Иисус, мы превозносим Тебя. Иисус, мы величаем Тебя. Иисус, Ты царь царей. Иисус, Ты Бог богов. Прославим Иисуса Христа.